друзья. Сегодня мне придется побыть недовольным родителем. И не за Джареда. Он в кои-то веки хорошо работает. Нет. Я недоволен, потому что опять некоторые из вас позволили убедить себя, что это нормально. Когда абсолютный незнакомец, без какого-либо законного права, бегает по округе в маскарадном костюме и изображает из себя спасителя. И вновь это ужасное заблуждение привело нас к невероятному ЧП. Истина такова. Неважно, верите ли вы в доброе намерение Человека-паука, неважно, верит ли в них он сам. Важно то, что каждый раз, когда что-то в городе разрушается, на арене всегда он, а теперь его протеже. Спросите себя, мы вынесли столько бедствий, неужели нам хочется вынести вдвое больше? И чем все это закончится? Женщиной-пауком? Панком-пауком? Свином-пауком? О! А пока я тихо поужасаюсь этой мысли, послушайте важное сообщение от наших славных спонсоров. О! Легкотня. В восьмом классе у нас была экскурсия по Оскорб. Фина была настроена скептически. Говорила, однажды они уничтожат Нью-Йорк. С дыханием дьявола почти так и вышло. Эй, парень, не верь. Даника права. Насчет моста ты не виноват. Осторожно! Капсула там, под деревом. Я тайком пробирался сюда, чтобы смотреть. Фина вечно читала книжки, причем по несколько сразу. Даже мои таскала, когда я не видел. Говорила, что это развивает мозг. Я их толком и не видел до блэкаута 2016 года. А потом, ух ты, сколько звезд! Дали на экскурсии по выставке группы дизайнеров Ваканды. Фина увидела разную технику и как закричит «Хочу быть инженером!» И вот результат.